Сообщество родителей детей-инвалидов в Оренбурге привлекает внимание к проблемам людей с ментальными нарушениями в обществе. С этой целью в городе будет организована творческая выставка. В первую очередь родители хотят показать, что люди с первой группы инвалидности тоже могут быть творческими и талантливыми. Однако реалии не позволяют им трудоустраиваться и заботиться о себе. К сожалению, такие молодые люди, чаще всего недееспособны, с первой, второй группы инвалидности, не могут выйти на открытый рынок труда, не могут о себе позаботиться, не могут самостоятельно проживать и зарабатывать на свою жизнь. Да, они становятся получателями социальных услуг. Вот эта социальная составляющая, занятость, общение, социализация, которую они прошли трудный путь до 18 лет, оно остается никому не нужным. В 34 регионах России уже существует центр дневного пребывания для детей-инвалидов. Это значительно облегчает родителям заботу о детях, которые, в свою очередь, имеют возможность социализации, досуга и работы в таких объединениях. В Оренбурге пока такого нет. И главная цель организаторов – открыть центр, в котором, наконец, люди с умственной отсталостью смогут самореализовываться. Конечно, нам нужен центр дневной занятости для ребят с ментальными особенностями старше 18 лет. И родителям уже тяжело осуществлять уход за такими детьми. Все-таки родители тоже стареют. Приоткрою небольшую завесу. У нас даже в праздничное открытие будут включены номера. То есть ребята будут играть на флейте, петь, танцевать. Выставка работ состоится 11 февраля в 15:00 в Мегамолл «Армада» на площадке «Бизнес для молодежи». Приглашаются как дети, так и взрослые. Вход бесплатный. Ванесса Петерс, Илья Сальников, городской телеканал ЮТВ.